Ого, сколько? Уже 12 часов дня? Да, с этой самоизоляцией напрочь сбился режим. Но чтобы ваше утро было продуктивным и вы просыпались вовремя, у нас есть несколько хороших советов. Где же они прячутся? Первый и самый главный еще во вчерашнем дне. Готовиться заранее – это одна из лучших рекомендаций наших мам. Так с вечера вы можете выбрать одежду, которую будете носить днем. Но не в пижаме же нам ходить целый день? За час до сна выключите телевизор и компьютер. Яркие цвета экранов стимулируют мозг, а нам нужно его расслабить. Лучше разгадайте кроссворд или возьмите книгу. Всего 6 минут чтения способны замедлить сердцебиение и снять мышечное напряжение, тем самым уменьшая уровень стресса на 70%. Такого яркого эффекта вы не добьетесь даже от прогулки или прослушивания успокаивающей музыки. И, конечно, не ешьте перед сном, с полным желудком заснуть будет сложнее. А еще ложитесь спать вовремя, лучше всего в 10 или 11 часов вечера, потому что до часу ночи активнее всего вырабатывается гормон мелатонин, а это своего рода естественное снотворное, так что не лишайте себя его. Спите 8 часов, а после первым делом выйдите на солнце. Оно даст организму сигнал просыпаться. Выпейте стакан воды. К утру организм испытывает нехватку влаги, которую лучше восполнить сразу. Важная часть утра, конечно же, зарядка. Вы можете положить спортивную форму на видное место. Это будет вас мотивировать не просто убрать ее в шкаф, а надеть на себя и начать заниматься. Даже простые упражнения сделают вас здоровее и бодрее. Теперь можно и в душ, желательно прохладный, бодрящий. Ну что, поощрим себя, приготовим завтрак. Сладкие хлопья лучше не есть. Замените их овсянкой, в ней много клетчатки и сложных углеводов. Подсластим все фруктами и добавим белка в виде орехов. Самоизоляция – самое время для экспериментов. Попробуйте новые рецепты, добавьте авторский штрих. Возможно, так вы выведете для себя новую формулу идеального завтрака. Ну а теперь можно уделить внимание тому, о чем мечтали, но всегда откладывали. Посвятите этому хотя бы 15 минут своего утра. Хотите овладеть иностранным языком? Тогда учите слова. Желаете, наконец, играть на гитаре? Тогда запоминайте аккорды. А может, вы уже давно мечтаете рисовать? Начинайте, ведь когда, если не сейчас? Готово, а теперь можно и расслабиться. Например, под любимую музыку. Устройте домашний спа-салон, для кожи полезно. Ну или посмотрите видео любимого блогера. И главное, делайте все с хорошим настроением. Если у вас не получается вместить все в эти несколько часов утра, пересмотрите план действий или попросту встаньте немного раньше. Ведь утро – это потрясающая часть дня, которая дарит нам прекрасную возможность сделать все так, как мы этого хотели уже давно.